Спортсмены тренировку начали с азов. Ученикам третьей школы они показали разминку и элементарные упражнения на координацию и внимание. Визит олимпийской чемпионки Ирины Сумниковой, заслуженного тренера Евгения Гомельского и мастеров спорта состоялся в рамках проведения полуфинала школьной баскетбольной лиги «КСБаскет-2018». Именитые спортсмены уверены, что такие встречи помогут детям достичь профессионального успеха. Судя по реакции детей, которую мы вызываем, появившись здесь, мы делаем правильные вещи, правильное действительно направление задали, да, и, ну, приятно. Почему важно? Ну, чтобы они в компьютер не играли днями напролет или там гуляли, но не в правильных местах, да, а баскетбол, он объединяет, да, то есть можно же адаптировать его не просто для детей, можно адаптировать для взрослых, которые там работают на предприятиях, еще что-то, потому что это же командный вид спорта, то есть это объединяет. Очень понравилось, было, наверное, всем интересно, познавательно, ну и желаем всем успехов и приходить на баскетбол. Познакомиться с олимпийскими чемпионами. От этого у меня получилось вдохновение, стимул, чтобы заниматься дальше. Именитые спортсмены наградили учителей благодарственными письмами и подарками от концерна «Росэнергоатом» за активную пропаганду здорового образа жизни. После зарядки спортсмены дали автографы и сфотографировались со всеми желающими. Теперь у десногорских школьников будет стимул заниматься спортом. Они-то видели, что достигнуть успехов при желании может каждый.